Уважаемые друзья рыболовы, всем крепко здоровья. Прибыл сегодня на местное водохранилище. Снег со льда уже давным-давно съела. Лед до сих пор толстый, метровый. Выбрался сегодня порыбачить на безмотылку. Что у меня из этого получится, смотрите далее. Двигаюсь сейчас до своей точки. Небольшое такое углубление. В общем, рядом глубина где-то в районе 7,5 метров. А там была глубина 8,8. Вот, ну так как уровень воды водохранилища сбросили, то там, наверное, где-то будет, наверное, 6,5, а рядом будет, наверное, где-то 5,5. Так что вот, идем. В общем, друзья, как вы могли заметить, к моим лункам пришел рыбак один. У него, видимо, там старые лунки какие-то были, вчерашние, что ли. Но не получается, как бы, вот на самой клевой лунке поснимать нормально, поболтать. Короче говоря, начал клевать подлещик. Начал клевать на мою мормушечку самодельную. Вот такой вот нимфошарик. Машинное масло с золотой латунной бусиной. Клюет на разных проводках. Поклевки интересные. Очень часто клюет мимо, то есть подсекаешь в пустоту. Но это клюет так мелкий подлещик. Вот, если покрупнее подходит, обычно когда клюет, то сразу же подсекаешь и рыба на крючке. В общем, так и буду сейчас ходить я по лункам, ловить рыбку. Ну и вам все это дело показывать. Где-то смогу поболтать, где-то буду молчать. Но я думаю, что вы все это дело и так понимаете.
Не знаю, правда, кто, но полкило, наверное, есть. Да. Кайфовец. Клюнул на нимфа шарик, он как. Вообще огонь. Вот. Пойдет. Все-таки уговорил. Какие вредные сегодня окуни. Они активно так кажут. Вот ёж, вершинш. Шок. Кушок. Красавец, какой попал. Грамм 600. На нимфа шарик взял. В этой лунке прям хорошие лещи клюют. Класс.
И все на нем фошарик, машинное масло. Вот, дубасит и дубасит и дубасит и дубасит. Вытрешь. Лаврушку эту. Рыба мелкая, клюет плохо. Приходится его мучить, вынуждать на поклевку. Вот несколько раз она клюнет, потом все-таки добьет, дожевывает и вылавливаешь ты ее.
Вытравил я его. Нимфошарик, машинное масло, заплатка. Ну, мужик, короче, не выдержал. Видимо, у него ничего не клюет. Все, собрался, ушел. Так что сейчас можно будет нормально болтать, нормально комментировать все свои действия. Мормышку вам сейчас покажу. Значит, рыбачу я сегодня на свою мормышку самодельную, нимфошарик. Мормышка это с одним крючком. Лунка у меня сейчас идет на 150, и если для ловли подлещика или леща использовать классического для этой рыбы чертика, то часто некрупный подлещик во время завода рыбы в лунку будет зацепляться крючками за стенки лунки и сходить. Поэтому, чтобы уменьшить количество сходов, я ловлю на мормышку с одним крючком. Мормышка это наподобие гвоздика. У нее также есть латунный шарик, который наскакивает на тело мормышки во время хватки рыбы. Мормышка это очень хорошо изображает нимфу поденки, которые обитают в большинстве водоем. Поэтому мормышка достаточно уловиста, клюет на нее абсолютно разная рыба, и подлещик, и окунь, и сорожка крупная, и морская сорожка тоже. Проводки для подлещика я использую самые разные. Подлещик это не окунь. Окунь, как правило, если под лункой есть, он берет. То есть если у окуня есть настроение покушать, то, как правило, окунь берет практически сразу и практически на любой проводке. То есть много ума, чтобы поймать крупного окуня, который хочет жрать, не надо. А вот чтобы вытрясти подлещика, причем независимо от того, крупный он или мелкий, надо проявлять определенный процент, скажем так, фантазии. То есть потряс так, потряс по-другому. Что я имею в виду? Допустим, вот сейчас я делаю проводочку медленную, а следующую проводку буду делать быструю. Ладно, сзади идет какой-то мужик. Попозже запишем еще. Подлещичек попал очередной. Опять нимфошарик.
Нормальная рыбка. Прижала. Клёвка какая была, да? Ничего вниз. Класс. В общем, ребят, пришли какие-то два рыбаков, забурились там рядом с моей клёвой лункой. Ну и придется мне сейчас, наверное, сваливать домой, потому что сейчас уже не поснимаешь особо. Особо что-то не поговоришь. Сейчас дойду до берега. Покажу вам улов свой. Ну и будем прощаться. В общем, ребят, улов у меня сегодня вот такой. Попадались вот такие вот рыбки интересные. Грамм где-то по 500, по 600. Работал на нимфошарик, машинное масло. В общем, все рыбки были пойманы на абсолютно разные проводки. Ну, собственно говоря, вы это все видели. Рыбалка, я считаю, удалась. Хорошие рыбки на копчение, прям то, что надо. Желаю вам также порыбачить. Ну, у меня на этом все. Увидимся с вами в следующих видео.